Книга «Открытым оком», том 2, тема крещения, вопрос 658. «Кто такие оглашенные?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Храм назначен для верных, а притвор для оглашенных и кающихся, то есть таких людей, которые не получили еще права входа в храм». Ладикийский собор, 19-е, 43-е правило. 6-й Вселенский собор, 69-е правило, страница 14-я. Притвор есть третья часть храма, и как предхрамье от молитвенного или среднего храма отделяется особенную стеною, в которой находится одна или трое дверей. В притворе во время поучений и некоторых церковных служб по правилам велено было стоять оглашенным, то есть готовящимся к крещению и кающимся. Оглашенный есть получающийся в вере и о святом крещении, как сказано в Кормчей, 24 лист. То есть оглашенным называется тот, который принят в число готовящихся к крещению и через поучение живым голосом научается вере или оглашается и приготовляется к святому крещению. Подробно об оглашенных. Итак, к числу оглашенных теперь принадлежат младенцы некрещенные, то есть которые в плену у язычников находятся и веры своей не может открыто исповедать, иноверцы, обратившиеся в нашу веру и требующие миропомазания. И, наконец, кающиеся и отлученные от святого причастия. Сверх того, к оглашенным могут быть причислены и те, кои удаляются от церкви и живут в нераскаянии. Наконец, и всякий верный, побуждаемый совестью, должен самого себя полагать в числе оглашенных и молиться вместе с теми же оглашенными, дабы Бог очистил его тайное согрешение и не попустил ему входить в большее уклонение в деле веры и благочестия. Страница 44-45. Кающийся четырех родов. Подробно. Страница 49-53. Посему священник, готовящийся приступить к всему священнодействию, начинает изводить от лика верных несовершенных, то есть оглашенных. Оглашенными некогда изводились и кающиеся, то есть находящиеся под запрещением. Святой Герман кающихся причисляет к оглашенным. «Помолитесь, оглашенные, Господи, то есть непосвященные, ненаученные, некрещенные, исповедавшие грех и еще стоящие». Состоящие под епитимиями. Симеон Солунский это изведение оглашенных и весь затем следующий великий выход таинственно подобляет второму пришествию Господню. Ибо диакон не должен оставлять церковных дверей, дабы смотреть за изведением из церкви оглашенных и кающихся. Посему на Евтинии говорится: «Елицы верные, то есть оставайтесь в храме, чтобы созерцать жертву святых тайн, а изыдите все непричастные сему». Страница 196-197. Оглашенные, как готовящиеся к крещению или просвещению, тотчас по прочтению сугубой Евтинии должны быть выведены. Страница 274-417-350-358-366. Новая скрижаль.